Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзорчик на отличный, просто суперский подарок, который мы сделали для своей мамы. Это вот такой вот красивый букет, можно так сказать, но это не букет, это вазончики. Это корзина с четырьмя вазонами. Это здесь фиалочки идут разных оттенков, такой сиреневый, темно-сиреневый. Такой среднего оттенка розовенькие фиалочки, потом такие нежно-розовые. А это виноградик. И здесь у нас вазончик виноград называется. И вот такая вот корзина плетеная, шикарная, с таким вот бантиком. Отлично. Вот такая вот композиция в корзинке. Это супер подарок для вашей мамы или для девушки вашей. Я думаю, всем очень понравится такой подарок. И это намного лучше, чем обычный букет цветов, который завянет через несколько дней. Так это вазоны. Да, за ними можно ухаживать. Да. Тем более, если это для человека, который любит ухаживать за вазонами или разводить вазончики, будет отличный просто подарок, приятный. Да, и покупали мы его за 700 гривен. Да. Так что это будет для вас идея. Для подарка. Что можно подарить? Да, лучше вазоны, чем покупать просто цветы, которые завянут. Да. И еще мы хотели сделать небольшой обзорчик. На шоколадки Мерси. Шоколадки Мерси. Здесь 250 грамм и здесь 8 вкусов. И мы сейчас распакуем и посмотрим. Написано, что это молочный шоколад, но там присутствуют вкусы, которые из черного шоколада. Да. Сейчас откроем. Там за вкусы, как они выглядят, эти шоколадки. Первый раз, что эти шоколадки идут поштучно. Их можно с собой, ну, да, как бы. Да. Очень удобно. Похоже, как молочный шоколад. Если вы кушаете немного шоколада, очень подойдет, так как они маленькие такие. А такие морские, красивые. Класс, давай посмотрим. И каждый вкус какие разного здесь цвета. Здесь есть вкусы. Каждый возьмем вкус. Угу. И расскажу. Зелененький. 6, 7 и красный. 8. И по порядку. Это молочный был с синеньким, таким синенькой полосочкой. Это был у нас кофе со сливками, шоколад. Вот такой вот идет молочный, внизу белый шоколад. Вау, классно, да? Да. Дальше идет зеленый. Зеленый — это лесной орех и миндаль. Вот такой. Классно. Вот просто. Он молочный даже видно, с орешками там. И миндалька. Два вида орехов. Да, дальше идет вот такой вот бледно-бледный розовенький. А это марципанчик. Это с марципаном. Да, марципан. Я еще не пробовала с марципаном. Вот, и он такой темненький идет. Угу. Видно, он черный шоколад, а не молочный. Следующий это идет ореховый крем. Светло-коричневой такой полосочкой с ореховым кремом. Молочный шоколад тоже. Да. Следующий темно-темно-коричневый, это просто черный, да, идет. Темный шоколад, без ничего. Дальше идет такой темно-синий, это кремовая начинка пралине внутри. Молочный шоколад с кремовой начинкой пралине. Ничего себе, классно. И последний 8, это темный мусс. Тоже черный шоколад. Темный мусс называется. Вкус. О боже, такой большой выбор. 8 видов. Это 100% на очень привередливого сладкоежку. Да, это для тех людей, которые хотят просто взять и попробовать какой-то вкус и разобраться, какой же ему больше по душе, и выбрать потом. А, это произведено в Германии. Да, написано, что это сделано в Германии. Да. Написано, что это вообще-то молочный шоколад, но здесь, как я уже говорила, что здесь присутствуют вкусы, которые с темного шоколада. О, давай посмотрим калории. На 100 грамм 562 килокалории, а здесь 250 грамм. Короче, если вы полпачки съедите, то у вас будет 600 килокалорий. Да, довольно-таки. А давай посчитаем, сколько их штук вообще. В общем, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И тут 8, 20 шоколадок. 20 шоколадок, я так понимаю, по 3 вкуса. Да. Да. В видеоформе даже, как здесь нарисовано, в таком вот стаканчике. Да. Вот это такой отличный у нас подарок получился. Мы так придумали. Я думаю, очень неплохо. А. Так что можете брать такую идею. А, и покупали мои шоколадки эти за 50 гривен. Да, 50 гривен стоят. Они такие пахучие. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока-пока. Пока!